هذه الأحجار، الحجر الأسود كذلك، الركن اليماني، الكعبة، جبل الصفا، جبل المروة، هذه أحجار لا تضر ولا تنفع. Еще раз Устас повторяет нам следующие слова, что будь то Каба, будь то черный камень, будь то Йеменский угол, будь то Сафа, Марва и любые другие, значит, вещи, находящиеся в запретной причистой земле, они не несут никакого характера, который может сказаться негативно или, значит, хорошо на человеке. لا يمكن نتمسح بها ونمسح على أولادنا على أنفسنا أو الملابس نجعلها يعني تمسح في هذه الأحجار أبدا. Мы должны отдаляться от языческих обрядов. Ислам это единобожие, поэтому некоторые люди допускают себе совершать языческие обряды, тем самым аннулируют свое поклонение. لا نقبل إلا حجر واحد الحجر الأسود ونعتقد أن حجر لا يضر ولا ينفع ونقبل هذا الحجر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Есть единственный момент, когда мы целуем один только камень, это черный камень, то если нам удастся, и не потому, что он несет какой-то сакральный характер, а только потому, что пророк саллаллаху алейхи это сделал. Строго следуя его сунне, не больше и не меньше. И не измышляя различных историй и различных небылиц.